Я вам поставлю не сильно большую бомбу, вот такую вот. Ну что? Осторожно. Ой! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Куёко, Пика, Чебузаврик, Гусянёк, Секрет, Тимончик, Ампер. Пацаны, скажите классные слова. Здоровченко. Однако всем привет. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, и давно у нас не было карты Gravity Falls и Чужого. Поэтому, если пять кушки, приятного аппетита, у нас веселье, угар и поднимание настроения. Погнали. Поставили мы на верхнем этаже, где комната Диппера, и я должен в него вселиться. Если пацаны смогут спасти заложника, значит они молодцы. Если они смогут спасти заложника, значит не молодцы. Если я в кого-то вселюсь, а я в кого-то вселюсь, я буду большим и мочить всех. Хорошо. Так, это была разведка боем. Неудачно. Хорошо. Смотрим. Нету. Все по красоте. Ай! Блин, я ж дернулся. Хорошо, молодец. Красавчик. Дробовик рули, да? Да. Да-да. А где Растишка? Я снизу тут гуляю, убиваю его. Тимон, ты нам никак не зайдешь. Согласен. Так, я вижу, по мне огонь открыли, сейчас я его загашу. Ого, ты меня просто размазал по земле. Хорош. Зачем ты? Так, сейчас мы будем все-таки стараться попасть на второй этаж. В воздухе! Да ладно, ты чё, какой-то полуснайпер, что ли? Вы видели, как он красиво это сделал? Просто убийца чужих. Так, я уже внутри. Так, сейчас будем по лестнице аккуратненько подниматься. Ой, он открыл дверь. Так. Блин, я даже не знаю, как туда попасть. Я как-то попаду. Окно я контролирую. Хорошо, давай. Через окно никак сюда прыгнет. Почему он может через на крышу залезть и через крышу залезть? Так, чужой не так высоко прыгает. Да. Если я так буду прыгать. А, я могу высоко прыгать, если я камеру задираю вверх. Вот опа! Оп! Так, Чебузаврик, ты чё, этот? Читы вел в Counter-Strike? Блин, это было сильно. Пусть у него как слева оружие. Я так понимаю, что вы же чекаете хорошо лестницу, да? О, он прошел! Да Чебузаврик, прекращай, ты чё так хорошо стреляешь? Не хранять, если что. Чебузаврик, даже если он прорвется, у нас тут большая оборона, он не пройдет. Да. Ты смотри, да как? Я не могу никак попасть вовнутрь. Чебузаврик, прекращай, ты что, псих, что ли? Ты очень хорошо стреляешь, прям замечаю. А что это за дробовик у тебя, разлет там такой? А, из Left 4 Dead. Так, поднимаемся по лестнице потихоньку. Мы у нас в комнате спрятали Диппера, так что у тебя не получится его найти. Есть! Я стал большим! Нет! Тихо! Никого не Диппер! Я терминатор, я иду! Отлично! Я даже не буду залазить в это, в вентиляцию. Можете мне попробовать убить. 1000 жизней у меня, это очень сложно будет меня убить. Ты на кого батон крыши? А! Что у тебя за пулемет конченый? 120 жизней осталось, да ладно! Потому что он это сильное оружие. Дима за спиной здесь. Все. Блин, да ты хорош. Все, опять я маленький. Убили большого. Все, теперь я буду жестче, ребята, сейчас играть. Прям очень жестко. Ой, да ты что? Иди сюда. Осторожно, нужно. Блин, я думал, я вселился, но я вселился на тот свет. Ребята, не забываем ставить лайки, подписываться на канал, потому что ролики выходят каждый день. И кто хочет с нами записывать, заходите в наш Discord, ссылочка в описании. Да. Эх ты! Я даже не знаю, не Чебузаврик ты какой-то, это какой-то терминатор с дробовиком. Это дробовик не с Half-Life, да? Это какой-то другой дробовик у тебя. Пас, да?
Да ты за... Да ты смотри, ну что за умирание постоянно? Реально, это же угар. Я не могу как это сделать. Раньше я мог... Блин, один игрок решает все, да как? Ребят, есть, есть, есть. Он меня слёт. Есть. Он меня слёт. Я буду сейчас очень аккуратно, очень аккуратно. Смотрите, первый есть. Второй есть. Третий есть. Что происходит? Пока они дойдут, я успею подняться. Беру... Отлично, отлично. Хорошая тактика. Называется тактика крысы. Я убийца. Я застрял, Так нельзя делать, Дима. Блин, я застрял в трех соснах. Ой-о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 й
спячий бузаврик, ты что, издеваешься, что ли? Да что такое? Он самый активный. Да ты как? Да не, он, видно, хорошо играет в игры всякие, стрелялки. А, ну Куёка тоже, видно, хорошо играет. Так, надо, короче, знаете, как мне делать? Мне надо прыгать постоянно, чтобы они не смогли меня убить. Смотрите, смотрите, чек. Говно, откуда ты стрельнул? Да откуда? Просто реакция, я увидел ник сразу. А, вот так. А вы худ мой видите? Да чё, бузаврик, да ты издево... Ай, блин, я уже начинаю, ребята, злиться очень сильно на него. Ты что? Где он? На улице? Я его вижу. Отлично, я большой стал. Так, наблюдаем за Куёка. Так, Куёка пошел, пошел, пошел. Слышите, Куёка? Слышите? Я слышу. Стоп, секрет, это ты? Да, это я. На мне нет. Куёка, это ты? Я когда в этой штуке, у меня тоже жизнь тратится. Ты зараза! Да я вас поубиваю всех тут. Отлично, отлично, убийца идет. А ты, я тебя знаешь, куда это ружье засунул? Ну что, диппер мой. Быстрее, беги! Я не успел в вентиляцию даже залезть. Вы что там в стиральных машинах шкафов вонючих набросали? Блин, вообще сильно. Блин, очень взял наигранных пацанов, очень. Секрет, быстрее ко мне, тут один вообще. Один, одиночненький. Я начинаю сильно нервничать. Да хорош, да вы смотрите, чего делает? Да в воздухе как? Ну, после замена пришла, я пошел. Так, 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 я запрятался. Немножко, ребятушки, передохну, потому что они мне не дают просраться. Ой, наоборот, дают просраться. Я понял, он в пике. Я в одном из вас, ну, в ком же я? Пика, я тебя стреляю. Нет, это все крыль. Я пошутил, я не в ком. Я вас обманул. Обманул, пацаны. А я знаю, где он. Знаете, о чем основывается тактика войны? Лучше мы думаем, что где-то у нас. У нас в органах. Все, вселился. Успокойся. Ай, блин, псих. Ну блин, дай вселиться в тебя! Есть! Есть! Охраняйте диппер. А где диппер? В смысле, где? А его не убили? Ну что, уже там где диппер? А вы его не убили, что ли? Нет, мы его не убивали. Мы его спрятали, Дима, это для тебя чего? А нельзя прятать было, я ж... А, я его увидел, он в коптерке здесь сидит. Нет! Я увидел, ребята! Быстрее бежим! Ух, их сколько! Как вы думаете, смогу пробить оборону, вот такое вот количество людей? Я знаю одну тактику, как это сделать, смотрите. Огнемет. Диппер! Куда? Стой, Диппер! Ты в него вселился! Нет, я не вселился в него! Я вас просто буду есть сейчас по очереди, всех съем и заду диппера съем. Через стенку ест! Почему через стенку кушаешь нас? Стреляйте по нему! Бегать ему за крыси у нас! Отлично! Ай-яй-яй, ну что вы творите? Вот это прям жесткая борьба. Ребята, если вам нравятся такие ролики, обязательно лайкосик ставьте. Вы что делаете?
я в нем не подхожу. Да я, стой, это я. А, он не бежит. А, блин, опять убили. Быстрее прячем дипера. В холодильник суйте его. Так, я начинаю сразу с большого, потому что я так понял, маленьким я никогда этого не сделаю. Никогда. Диппера в холодильник. Все, забрасываем предметами теперь эту комнату. И давайте я в этой комнате остаюсь. Как вы думаете, где я сейчас? Уже у нас. Моментальная смерть! Моментальная! Да как? Я в шоке, ребята, мне не дают никакого шанса вообще. Я даже уже был у дипера, я не смог его съесть. Наши диперы убили, что делать? Убили? Ну вы проиграли. Вы проиграли. Сейчас мы сделаем сценарий, когда мы запрячем бомбу. Пацаны, вы готовы? Вот бомба. Так, давайте в этой же комнате поставим бомбу мощную. Если пацаны ее взорвут, будут виноваты сами. Поэтому бомба убьет всех. Знаете, что скажу? В этом раунде вы выиграли, потому что у меня было столько попыток, я не смог вас атаковать. Поэтому я считаю, что этот раунд первый за вами. А сейчас у меня будет, знаете, у меня будет 3 попытки. Если я с 3 попыток не взрываю бомбу, то пацаны выиграют. Согласны? Тим, ты еще подумаешь, что мы можем сами ее взорвать? Тогда вы проиграете. Так ты рассчитывай на это. А, ну тогда я буду рассчитывать, что вы проиграете. Я ставлю не. Я вам поставлю не сильно большую бомбу, вот такую вот. Ну что? Осторожно. Ой! Подождите, стойте. Этот. Немножко я этот. Переборщил. Ничего. Так давайте тогда поменьше бомбу, то что-то я это. Вот такую бомбочку. Вот такую. Ну и вправду. Запи там какую-нибудь ядерную бомбу. Во, смотрите. Я дожидаю. Все. Вот такая бомба у вас будет, она стоит. Вы сейчас увидите ее. Я по звуку слышу, что она точно гигантская. Я 2 попытки возьму маленького, а на 3-ю попытку возьму большого, если мне не получится. Поехали. Вот. Сначала маленький буду. На окно и на дверь главную. И все. Я буду очень красиво играть, ребята. Очень. Настолько красиво, насколько это возможно. Так, надо быть очень внимательным, чтобы не проиграть. На потолок. Блин, это было прикольно. Мне понравилось. Отвали. Ай, быстрей. Да, закрываем комнату быстрее. Есть! Я сразу стал большим. Отлично. Ну что, пошел. В этом раунде не буду златься в невидимку, постараюсь так. А вот третий раунд залезу уже в вентиляцию. Ну, он так называется, на самом деле, как невидимка. Так, я что кто-то оружие себе выдает. Кто-то оружие выдает побольше себе. Все, забрасываю в эту комнату, он через нее не пройдет. Ай, блин, простреливайтесь! А что за оружие, которое простреливает постоянно все? Это мини-газ. Так, ну нафиг туда идти, они прям очень жесткие. А, двери простреливаются! А, блин, жестко, вообще жестко они меня атакуют. А, отвали! Ой, я сквозь стену кого-то убил. Ну что? Тебе вообще гусеницы, зачем ты так простреливаешь? А, я уже зашел, в комнату. Да вы задрали с этими ящиками! Стрелять! Ой, блин, это жестко. Третья попытка, я сейчас должен взорвать бомбу. Давайте учитывая то, что чужой не может взорвать бомбу. Должен сделать так, чтобы они ее сами взорвали. И этот раунд будет выигран. Если я не смогу этого сделать, то они проиграли. Она не сможет взорваться, она на Вы бомбу подвесили, хорошо, молодцы. Она еще может спускаться и подниматься. Ребят, я иду. Кто-то активировал. Снимайте его быстрее. Я проиграл. Блин, я все-таки думал, что бомба будет на земле. Но пацаны, получается, обманули меня и выиграли. Сам же сказал, что война основывается на обмане. Димас, ладно, это я сделал, молодцы, пацаны, молодцы.
Ребят, это та серия, когда я реально за чужого с очень опытными стрелками не смог их победить. Пацаны выиграли 2 раунда. Если вам понравился этот ролик и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Вам всем отличного настроения и всем пока. Горисмот как сюда залагал. И разработчики пишут, хватит нас Горисмот взрывать.